Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня мы с вами будем готовить стручки. Какие-то такие необыкновенные и очень-очень вкусные. Здесь у меня 800 грамм. Я покупала вот такие. Вот на них сейчас был отдельный обзор. Вы сможете его посмотреть. Я думаю, что он должен будет быть в конечной заставке. Я очень на это надеюсь. Если он выйдет, конечно, где-то рядом с этим рецептом. Вот. Здесь у нас 800 грамм. И все это с вами будем сейчас сначала варить. Кастрюльки. Так, наша с вами кастрюлька. Все это отправляем сюда. Оп, и все. Вот. Отправляем все это в кастрюльку. Заливаем водичкой и варим. Доводим до кипения и варим ее где-то минут 15. Так, пока наши стручки там варятся, мы с вами будем разбираться с чесночком. Вот такой у нас с вами чесночок, немножечко с такими хвостиками уже выросшими. Так, попки мы отрезаем. Эти тоже, кстати, можно отрезать. Хотя я их, честно говоря, люблю добавлять в соус. Когда они зелененькие, то соус получается очень даже красивый такой, зеленью. Но эти не успели, видать, позеленеть. Вот, допустим, красивый зелененький. А здесь я также взяла уже где-то головку большого чесночка, и чуть-чуть у меня вот здесь есть маленькие чесночки. Так, берем с вами большую сковородку. Я буду сейчас пересыпать стручковую фасоль сразу, потому что я не люблю, когда она шипит жутко. В холодную сковородку буду класть. Наливаем сюда подсолнечное маслице наше. Так, такая у меня, видите, большая прям сковородище. Так, и теперь сюда перекладываем нашу фасольку. И теперь все это пережариваем. Самое интересное. Так, ну вот они у нас с вами поджарили. Теперь мы с вами берем сметанку и туда выливаем. И также чесночок. И все это перемешиваем. Еще немножечко жарим, чтобы у нас чесночок немножечко не был таким острым. Так, все выключаем и даем настояться. Так, ну вот, смотрите, у нас получилась вот такая вот вкусняшечка. Она стала более... Как-то она была жиденькая, стала она уже не такая жиденькая. Такая очень ароматная, вкусная, очень прям пахнет вкусно. Сейчас мы с вами попробуем.
Я думаю, она должна получиться обалденно вкусная. Очень вкусно. Она, кстати, очень нежная, очень такая мягкая, прям обалденная. Невозможно вкусная. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Смотрите наши другие кулинарные рецепты, наши влоги. И всем пока-пока.